Ну, у меня закончился контракт в Ростове. Я его отработал от и до. Вот, стал свободным агентом и на правах свободного агента перешел в Рубин. И Заслав Катаев подбивает мяч. Можно сказать, что ценой даже травмы готовы это сделать. Для меня было в приоритете работать под руководством Бердыева и Кафанова. Я прогрессировал в последнее время, поэтому я считаю правильным продолжать свой карьерный рост рядом с такими профессионалами. Поэтому, в принципе, других вариантов, наверное, не было. В том плане, что я их даже не рассматривал. До этого играл, но играл нестабильно, не так ровно, как хотелось бы. Поэтому последние 2,5 года, вот, что я работал под руководством Бердыева, Кафанова, мне удалось сделать прогресс большой именно в стабильности. А для вратаря это очень важный момент, определяющий, я так бы сказал. В общем-то, они мне очень сильно помогли. Поверили в меня в трудную для меня минуту, поэтому я очень благодарен и стараюсь оправдать доверие своей работе. Ребята отлично меня приняли, и с Серегой заочно были знакомы, и играли очень много друг против друга. Естественно, у нас такой проводник между нами был Виталий Витальевич Кафанов. Когда мы были в Ростове, Серега в Рубине, все равно обменивались новостями. Там я спрашивал, как дела у Сереги, Серега спрашивал, передавал привет, как дела у Сослана, там, ну вот так вот. Поэтому уже поближе познакомились, и в общем-то, меня все радует, какая здесь между вратарями хорошая атмосфера и хороший дружный коллектив. Это очень важно. Мы пришли сюда делать результат, давать результат во имя Рубина и работать на команду. Поэтому действительно, Сергей на протяжении последних 10 лет один из лучших в России голкиперов, поэтому мне придется самому чего-то научиться у Сергея, да, и будет здоровая, хорошая конкуренция. Место, естественно, одно, вратарь один играет, поэтому мы будем работать на тренировках, и только время покажет, все расставит по своим местам. Внимание! Давай! Джанаев! Спасай! Выручай, Ростов! Удар! И молодец! Все! Молодец, Джанаев! Я играть-то начал, по сути дела, недавно. Именно играть стабильно, да? Поэтому последние 2 года для меня, естественно, такие определяющими стали в моей карьере. И до этого я вообще был 2,5 года не играл. И, естественно, я проголодался и по игре, и я только хочу играть и наслаждаться футболом, игрой, и получать удовольствие от футбола. Как раз когда вот у меня был период, когда я был без команды, и в такие моменты осознаешь, насколько для тебя важно это, и понимаешь по-настоящему, насколько тяжело без футбола, без игры, без тренировок, без коллектива. Поэтому, естественно, чувствую все силы и готов, как в 16 лет.